вами восхищаемся, благодарим вас, благословим вас, боготворим вас. Всего наилучшего. Будущего здоровья. Вступайте во праздник. В преддверии самого яркого праздника весны в городском округе поздравляют представительниц прекрасного пола. В НПО имени Лавочкина женщины занимают самые разные должности. Есть и математики, и столяры, и техники. Муниципальные депутаты Николай Томашов и Глеб Демченко поздравили трудовой коллектив предприятия с Международным женским днем. Сегодня мы приехали на хорошо знакомое нам НПО имени Лавочкина. Мы знаем хорошо этот коллектив, и тем более было приятно сегодня приехать сюда в преддверии праздника прекрасного, праздника весны, праздника 8 марта. Пожелать им здоровья, счастья и всего-всего самого хорошего. Поздравляют дам не только на предприятиях, но и в образовательных учреждениях. Отметили благодарственными письмами и вручили тюльпаны женской части учительского состава школы номер 30 и педагогам детского сада «Лесная сказка». Очень хочется отметить, наиболее активные у нас выступали с социально значимыми инициативами – это жительницы городского округа Химки, именно женщины. И на сегодняшний день, что отрадно, многие из этих социально значимых инициатив уже исполнены. В наше время представители прекрасного пола занимают важные позиции во всех сферах деятельности, участвуют в политических процессах, занимаются благотворительностью, являются блестящими специалистами, уверенными руководителями и активными общественными деятелями. Но, конечно, все они всегда остаются любящими и любимыми женщинами.